Создать неповторимый образ, подчеркнуть индивидуальность, выделиться из толпы, обрести уверенность и поднять настроение поможет сумка, тот элемент, которому всегда уделяют повышенное внимание окружающие. Потому к выбору женской сумки, уникального аксессуара, который служит не только в качестве хранилища всякого рода вещей, но и прекрасно дополняет гардероб, придавая обладательнице некий шарм, в этот сезон стоит подойти ответственно. На помощь в этом нелегком деле придут специалисты сети магазинов сумок и кожгалантерии «Любимые сумки». Пожалуй, первое, на что стоит обратить внимание в этом сезоне, это цвет сумки. Вы можете выбрать любую от ярко-неоновой до сдержанного классического оттенка коричневого. Актуальная палитра сезона – цвет океана, сочная мята, итальянский розовый, изумрудные оттенки, комбинированные яркие, насыщенные цвета. Трендом сезона являются до неестественности яркие цвета, то есть неоновые, кислотно-зеленые, желтые, синие, комбинированные. А также лайм. Модели этого года выполнены в новом стиле и достаточно разнообразны по цветовой гамме. Вы смело можете выбрать сумку, которая носится через плечо, или же пополнить свою коллекцию стильным кожаным рюкзаком. Мода 2013 не обошлась и без удобных маленьких сумочек, так называемых клатчи, которые прекрасно дополнят вечерний наряд. Дизайнеры разделили их на клатчи, которые носятся только в руках, и клатчи, висящие на плече. Не выходит из моды в этом году и сумки в стиле винтаж и милитари. Трендом этого сезона являются миниатюрные маленькие сумочки, яркие расцветки, разные формы. Они могут быть так же, как коробочками, комбинированные в виде конвертиков, с насыщенными цветами, однотонные. В чем удобно стало, что вы клатч можете использовать как классическую сумочку, так же и как спортивный вариант. То есть в каждой модели имеется... Или барсеточный вариант, можете носить его на ручке, и также через плечо. И обычные два ремешка, классические, сумочка и через плечо также. Трендом этого сезона также является модно клатчи и сумочки из пластика и силикона. Очень удобно, интересно. Четкие линии, чистый цвет – пожалуй, основные аксиомы. Если вы планируете купить сумку, которая послужит вам не один сезон, то выберите однотонную, но яркую сумку узнаваемой модели. Так же, как и в прошлом сезоне, в этом сезоне продолжается мода на морскую тему. Это сочетание в сумках трех основных цветов – белый, голубой и красный. Морская тематика прослеживается как в дорожных сумках, так и в женских. Также с прошлого сезона к нам перешли сумочки из перфорированной кожи. Перфорированная кожа – это узоры, вырезанные на коже. В моде сумки с принтами. Принты – это рисунки, фотографии на сумочках. Чаще всего встречаются городские мотивы и цветочные. Сейчас очень много сумок необычных форм. Например, сумка 2 в одной. То есть, либо оно как отделение в одной сумочке, можно носить как отдельную сумочку. Сумочка, которая превращается в рюкзачок. Как рюкзак. И сумочки двусторонние, которые можно носить как с одной стороны, так и с другой. Либо желтой, либо черной. Их очень много всяких разных цветов. Красно с белым. Сине с золотым. В этом сезоне на место больших, в то же время на удивление необъемных сумок, наконец пришли сумочки среднего размера. И это естественно, ведь они более удобные и практичные. Сумки с саквояжа также весьма популярны. Такие сумки – идеальный вариант для повседневного применения. Саквояжи подобной формы использовались докторами в начале 20 века, поскольку они не только удобны, но и достаточно вместительны. Современные дизайнеры сделали сумки с саквояжа особенными, заменив исходный материал на цветной или прозрачный. От этого модели стали смотреться не только нарядно, но и оригинально, а при взгляде на них настроение сразу становится более позитивным. Для деловых дам прекрасный вариант – сумки и портфели из натуральной кожи. Всегда у нас в наличии деловые сумочки в форме портфелей, как обычных классических, так и новых современных форм. Конечно же, сейчас на пике популярности пляжные сумки, сумки для путешествий, дорожные сумки отличаются которые практичностью, вместительностью, прекрасным дизайном и оформлением.
Лето редко обходится без сумок из соломки. Это лето не стало исключением. Этим летом тоже очень много разнообразных сумок из соломочки. Сумки, ремни, платки, шарфы, палантины, перчатки позволяют модницам создавать превосходные ансамбли, которые гармонично дополняют их современный имидж, подчеркивают тонкий вкус и изысканный стиль. Прекрасным вариантом поднять настроение в дождливый день станет покупка яркого стильного зонта. Вообще классный. Вообще офигенно. Представлен широкий ассортимент мужских сумок. Классикой жанра для делового человека по-прежнему остается портфель. В этом сезоне модные портфели с округлыми формами. В наших отделах большой выбор портфелей из кожи натуральной, из кожзаменителя российских производителей Индии и Турции. Особое внимание на сегодняшний день наши покупатели уделяют сумкам-планшетам. В наших отделах очень большой выбор, разнообразие цветов, моделей, форм. Есть сумки с ручками, как с маленькими, так и с длинными, маленькие, большие, разные цвета. Сейчас период отпусков. Многие мужчины предпочитают такую форму взять с собой в дорогу. Туда войдут документы, необходимые ключи, вещи. Мужчины-автомобилисты предпочитают модели поменьше. Удобно взять с собой в гараж. Дорожные кейсы, саквояжи, повседневные мужские сумки, также портмоне, визитницы, стильные зонты станут прекрасным дополнением к образу современного успешного мужчины и, конечно, поспособствуют достижению поставленных целей. Для тех, кто не любит с собой носить много вещей, можно приобрести кладчики, барсеточки, как ручную кладь. В 50-е годы среди студентов были очень модные сумки-мессенджеры. Сейчас они тоже вошли плотно в нашу жизнь для жителей больших городов, так и маленьких. Туда очень удобно положить с собой ноутбук и какие-то бумаги, свои личные вещи. Милые дамы и уважаемые господа, спешите посетить сеть магазинов «Любимые сумки» и непременно посетите новый уютный магазин, открылся который по адресу микрорайон «Юбилейный», магазин «Бонус». Отделы также находятся в магазине «Подарки», торговом комплексе «Саянский», вход с торца, павильон 3, бутик номер 6. В городе Зиме купить стильные сумки и аксессуары вы можете, посетив торговый комплекс «Фестиваль», второй этаж. Сеть магазинов «Любимые сумки» – все хиты сезона от ведущих производителей по разумным ценам. Позвольте себе быть модными, стильными, элегантными и успешными вместе с нами.